В региональном центре по связям с общественностью 14-летним амичам в торжественной обстановке вручили паспорта. Сегодня отмечается Международный день прав человека, который был утвержден 70 лет назад, и сегодня юбилейная дата. И поэтому вместе с нашими партнерами, это и Министерство образования, и Министерство спорта, Омская область, и миграционная служба, мы приняли решение, чтобы нам вот организовать такой прием ребятишек, самых активных, которые не только учатся хорошо, но и проявляют свою активность в решении разных проблем. Это то поколение, которое должны себя сейчас подготовить очень хорошо в будущей жизни. А мы должны им помочь во всем этом деле. Потому что именно они будут строить ту большую великую Россию еще, может быть, лучше, чем сегодня. Паспорта вручили отличникам учебы, спортсменам, победителям различных олимпиад и творческих конкурсов, а также членам школьных трудовых отрядов и активистам военно-патриотического движения «Юнармия». Всего на торжественное мероприятие было приглашено 22 человека. Ну, я очень активный ученик, много где участвую в олимпиадах, спортивных мероприятиях. Езжу со школой субботники каждый год. Получая паспорт, у тебя возникает больше ответственности. Ты будешь отвечать сам за свои дела, за свои поступки.